Дамы и господа, всем добра и здравия. Выезд в лес. В предыдущий раз я выезжал в это место, где ручей, название сказочного персонажа. Сейчас я как раз вот в этом ручье, его, как я понимаю, истоки. Вон там высокие берега, но получается я зайду уже с другой стороны ручья, посмотрю там. Там, как мы помним по предыдущим выпускам, жилье было, или же что-то подобие жилья, но там кто-то уже в этом году меня опередил, там был шурф. Правда, так, шурф — это так грубо сказано, сквырнули, но я нашел это интересное. Подвеска, привеска 11-13 века, такая вот форма и как бы тип была распространена широко. Так что вот ищем и еще раз ищем. Всем удачи! Так, вот овраг высокий, и по-моему там прям идеально ровная площадочка. Вот отсюда я и начну поиски. Смотрите, какая избушка на курьих ножках. Вот подойдем поближе. Вот такая вот диковина. Так, еще один овраг. Я вот от той прикормки для лосей недалеко отошел. Ну, пока как-то не очень. Но сейчас будем смотреть и лазить везде, где только можно. Будем рыть землю зубами. Ну, что-нибудь должны найти. Холм вот этот. Вот так вот идет. Похож на курган. А здесь, может быть, уже его когда-то грабили. Да, идеально круглый. Значит, все, металлодетектор мы здесь не используем. Отходим дальше. Но где один, там и второй. Они должны быть в шахматном порядке. Значит, все-таки поселение. Вполне возможно, да, на том берегу. С другой стороны ручья. Смотрите, подкова прям так лежит. Непонятно, по 18 веку просто лежит вот так вот на поверхности. Ни ямок, ничего тут нету. Ямок нету, подкова по 18 веку лежит. Да видно, давно лежит-то. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting. Смотрите, от ведра. И вот сколько, какие большие окислы. Толстые. У меня находочка. Вот такой вот прекрасный. Ну, это типа
сошника, лемех. Сошник, лемех. Почву обрабатывать. Так, где-то мы на правильном пути. Курган находится вон там вот. Отсюда посмотрел около 300 метров через овраг. Там они. А мы здесь. На другом, на другой стороне оврага. Сигнал у меня здесь. А там вот не пойму, то ли ямка, то ли зверек какой раскопал. Сигнал такой добротный. 91-92. Так, возьмем по дальше, потому что здесь цветных, в принципе, сигналов-то нету. Здесь воды большой показывает. Девяносто три. Блин, какая-то шпилька современная. Ну вот видите, то ли что тут дом какой-то изображен. Ножичек. Ножичек, ножичек. Еще один кусочек ножика. И здесь такой рельеф интересный. Здесь вот полукосой вот так вот это место. Там вот овраг. Там вот ручей протекает. Там тоже, видимо, овраг. Туда я еще не ходил. Через ручей, прям напротив, серия курганов. Это ручей, он прям внизу находится. Здесь метров 20, наверное, склон. Где-то так примерно. Сигнал. Копаю, копаю, я не могу найти. А он, видите, зеленый нож. В траве вот этой. Вот я лопаткой по нему засадил. Вот так его и потеряли. Так раз, и все, и не видно ножа. Смотрите, какой кинжал. Хороший ножик. Металл такой. Бакелитовая ручка, как я понимаю. В хозяйстве пригодится. Даже еще острый. Ну, вышел я вот на такую полянку в глухом лесу. Полянка. Интересно. Интересная полянка. Сошел сигнал. Вообще не было даже черных. А здесь что-то вся полянка. Непонятно в чем. Там какая-то пробка была. Там железка здесь. Откуда все это? Здесь проволока бы. Во всем лесу не было ни одного сигнала. Здесь на полянке какой-то мусор. Кованые гвозди на этой полянке попадаются. Да, вот тут был дом стоял, он шурфили. Шурфили. Пробовали. Кирпич лежит. Да. А на картах нет ничего, даже на шуберте нет ничего. Видно прям, что фундамент. В советское время, может, что-то делали. Стекло даже какое-то. Типа база отдыха какой-нибудь. Кирпич-то современный. С
совета, наверное, хотели что-нибудь замутить здесь. Старое железо вперемешку здесь идет. Здесь вот керамика старая. Керамика старая есть. Старая. Забыл, как называется, я ее в музее видел. По-моему, прищепка, зацеп для ювелирных работ старинных. Вот смысл, вот сюда что-то вставляется, и вот этим кольцом утягивается и обрабатывается уже непосредственно. Да, это старая вещица. Вот нашел я, походу, делал это. Черная земля, ножи вот эти вот пошли. Смотрите, какой красавец. Да, это вот это и есть вот эта пушка. А там уже, видимо, что-то хотели в советское время делать. А здесь вот чуть-чуть пониже, и вот земля черная. Находки пошли по средневековью. Да, и сколько мне время? 3 часа. О, 6 часов мне. Я искал это. А она, оказывается, на поляне. На поляне, просто поляна со спутника видно. А я весь лес облазил. Это 6 часов по лесу ходил. По лесу ходил, точки проверял. Это второй день. Да. И шурфили не там, ребят. Хотя и там что-то было, но там земля-то. Там что-то советы строили на этой полянке. А здесь нет. Короче, надо ходить и копать всю чернину на этой поляне. Вот здесь, вот где черная земля, вот где нож был, копнул, ямка осталась, сидя. Цветной, не цветной, сейчас посмотрим. Ну, прям сейчас можно, кстати, небольшой шурф сделать. Керамики, видите, пошла. Так, ну вот, ошурфанул я буквально там 1.5 на 1.5 вот. Ножички. Несколько штук, потом вот тут куски керамики. Вот она, керамика отсюда. И всякая шняга, и звенит там все. Надо отдельно приезжать и шурфить. Смотрите, еще там до материка еще копать и копать. Смотрите, что-то цветное пошло. Такая штука лежала здесь. Там еще что-то, по-моему, есть. Керамика все лезет и лезет. Керамика. Так. Я уже устал ходить по лесу. Уже язык заплетается. Кованые какие-то детали. Кусочек чугунка. Да, много здесь. Работа. Все надо перекапать. Это хорошо, сейчас еще раз прошел металлодетектор. Но здесь какой-то цветной. 39 такой сигнал на грани фольги. Ага. Кусок браслета. Кусок браслета. Смотрите, какая патина. Ну, вот какая изумрудная патина. Так, ушко, возможно, за уши над замка. Смотрите. Кого-то в наказание подвешивали. Не слушался. Маму с папой подвешивали. Вот если брать в расчет, что вот эта поселуха и те курганы, то расстояние от курганов
до поселухи 340 метров. Здесь вот ров большой вдоль идет. Там ров большой вдоль идет туда. Там резкий спуск вот такой вот. Здесь сколько? Сейчас мы посмотрим размер. Так, этого поселения, грубо говоря, 140 метров в длину. 140 на 70. Ну, 150 на 70. Это если вот эти деревья, они тогда были, что навряд ли. И она, наверное, была больше. Если брать по оврагам, то как раз, да, 70. 70 на 140. Ну, обычная поселуха до того периода, если это домонгольский период. Шумят. Был железный. Он что-то торчит. Ух ты! Здоровый какой. Тесак. Так, он, наверное, не поместится. Надо за рюкзак омыть. Да, и вот эти два оврага. Вот этот и вот этот. Они прямо в ручей идут. И ручей тут прям совсем рядом. Метров 100 с небольшим. Красота. Да, ну уже 5-й час. Я тут в этом лесу с 9 уже подустал. Так, ну место отмечено. Все, в принципе, логично. Курганы, ручей. И вот это место. Сейчас вот, наверное, с того оврага пойду спущусь к ручью и, наверное, уже буду закругляться. Потому что подустал уже. Весь день ходил, искал. А оно вот под носом. Вот смотрите, от маленького замочка проушина. Здесь в оврагах надо копаться, копаться, копаться. Так, не знаю, что это. Ну, прям как на поверхности. Уже копать не хочется. А, вот. Кротоловка. Так, ну и что мы на сегодня имеем? Это усталость. Более 10 километров по оврагом, кучу железа. Так, поближе железо от ножички, подковы 18 от замка, верховина, это, наверное, тоже керамики, там много было. Вот и толстая керамика, и потоньше такая вот керамика, разная. Зацеп вот этот как ювелирный. Так, потом сошник. Вот сошник хорош. Три ножа. Два современных. Два. И один вот на поселухе на этой. Так, кусочек от браслета. Без надписей. И вот эта вот непонятная диковина. Вот и все, что мы сегодня имеем. Как-то так. Ну, всем удачи, всем пока.